Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на мост. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Настоящий детектив. Главные герои – два детектива. В 2012 году в штате Луизиана повторно открывается дело о серийном убийстве в 1995 году. Детективы познакомились 17 лет назад, когда началось расследование, и с тех пор вместе охотились за убийцей. Повествование будет вестись как в наше время, так и откатится назад, в середину 90-х. Убийство 2011 года. Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения, детективов, представленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет также затрагивает местных политиков, их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей, у каждого свой секрет. И хотя персонажи думают, что они продолжают жить дальше, их прошлое еще не оставило их в покое. Девушка с татуировкой дракона 2009 года. Микаэль Блумквист – талантливый журналист, который верой и правдой добивается справедливости в самых скандальных делах. Неожиданно терпит фиаско в своей деятельности, в результате чего вынужден отбыть срок лишения свободы. В то же время влиятельный человек Хенрик Вангер получает ему дело о продаже его племянницы, которая таинственным образом исчезла из имения Вангеров, и о которой вот уже множество лет нет никаких новостей. А попытки Хенрика разыскать родственницу также не приводят к положительным результатам. Будучи скептиком, Микаэль сначала не верит в удачу, но вскоре обнаруживает запутанную и леденящую кровь историю, связанную с семейством Вангеров. В этом журналисту помогает неформальная особа Лизбет Саландер, прослывшая не только гениальным умом, фотографической памятью, но и прекрасными хакерскими способностями. 7. Детектив Уильям Сомерсет, ветеран уголовного сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности – молодой напарник Милс и особое изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором – вернуться к работе, либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!